мой персонаж, он, можно сказать, что в какой-то степени смешной, потому что он наивно полагает, что благодаря тотальному контролю всего, что его окружает, или всего того, с чем он связан, можно добиться гармоничной и счастливой жизни для себя или для тех близких, которые с ним вместе живут. Сам от всего того, что он воспроизводит таким образом, он страдает и не может из этой раз и навсегда принятой для себя тактики и стратегии найти никакой выход. Томление. Это меня не развлекает. Как бы рефлексия на эту тему, да? Интересно. Нет другого дела. Опять тоска. Знаешь, вот это вот как бы качели между оценкой вот этого, какой-то тоской, которая неразрешима через это. Понимаешь? Вот тогда это будет как-то работать. Потому что мы ищем какие-то интересные параллели. Все то, что могло бы быть интересным для зрителя, приходящего в театр. Я имею в виду параллели, связанные, может быть, с людьми известными, с какими-то характерами известными. Ты спроси у дяди Сэма, какой я был. Ты знаешь... Вот что я тебе скажу, у меня было доброе сердце. Доброе было. Тихо. Мы решили попробовать сделать такой формат. Не знаю, сколько он будет жить. В общем, дело живое. Мы решили делать премьерные спектакли. И после окончания спектакля решили приглашать зрителей, тех, которые останутся в зале, для диалога, для беседы, уже для обсуждения того, что они посмотрели и какое у них, ну вот самое первое впечатление, что им кажется, их послушать, может быть, им захочется нас о чем-то расспросить. И, в общем, сделать такую конференцию, ну не с профессионалами только, с журналистами, но и с... просто зрителям, которым интересен театр.